Друзья, давайте все вместе насобираем под этим видео 1000 лайков и поехали! Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Алексей Василенко, и добро пожаловать на мой канал «Обзор товаров на AliExpress». И сегодня, вот прям несколько минут назад, пришла мне очередная посылочка из Китая, и посмотрите, какая она огромная! И вы знаете, ребята, когда приходит любая посылочка из Китая, просто возникает огромное желание вот это все разорвать, посмотреть, что там внутри. Иду в свой личный кабинет и снимаю для вас видео распаковки вот таких замечательных посылок. Здесь у нас лампочки экономки, ледовские, 15 ватт, теплый свет. И давайте же мы их распакуем и посмотрим, что же здесь. Сейчас мы это все дело разрываем. Так, здесь у нас много пупырышек. Ребята, очень хорошо запаковано, как вы видите. И эти лампы просто огромные. Китаец запаковал хорошо, и как вы видите, у нас в комплекте 5 ламп. Они все одинаковые, по 15 ватт. И вы знаете, на первый взгляд, очень качественно сделано. Значит, вот здесь написано вот такое вот. Вот у нас такой цоколь. И практически без царапин наше стекло. Давайте же все-таки я вкручу эту лампочку. Посмотрю, как у нас себя будет показывать. На камеру это все дело не передастся. Яркий свет, тусклый от нее будет. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив. Ребята, только что попробовал, вкрутил я эту лампочку. У меня вместо нее стояла 10-ваттка, тоже вот такая. Ну реально она плохо светит. Я такой расстроенный, потому что я рассчитывал, что китаец меня не обдурит и она будет классно светить. Но она светит даже хуже, чем эта 10-ваттная лампочка. Такое ощущение, что светит 9 ватт. И эта лампочка очень мерцает. Ребята, честно говоря, я не рекомендую покупать данный товар. Сейчас мы замерим, сколько на самом деле вот это все дело тянет. Если кому-то интересно и кто-то хочет просто посмотреть и купить себе такую же, я оставлю ссылочки на этот товар в описании. А сейчас давайте перейдем к тестам. Значит, берем вот такой измерительный прибор. Вот вы можете посмотреть, ребята, как это все дело мерцает. А вот сколько она тянет на самом деле. 13 ватт. 12,4, 12,3. Наверное, по мере нагревания ваттность падает. Так, ну а на самом деле, грубо говоря, у нас 12-ваттная лампочка в руках. Даже, как вы видите, еще вот меньше показало через 30 секунд. Ребята, проверил я все 5 вот этих лампочек, все они работают, но каждая лампочка светит намного хуже, чем одна 100-ваттная лампочка. Хотя должно быть с точностью наоборот. Потом еще одним минусом является слишком большое мерцание. Поэтому, ребята, если вам честный обзор понравился, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Алексей Василенко. Пока!